20 века в военных лабораториях первого Эсмаха был создан суперсекретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим свое время. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для порабощения непокорных зусулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены, а танки забыли. Тем не менее, его бесстрашный экипаж в составе командира майора барона фон Швайцкопфа XII, наводчика Ганса Шмульке и простых солдат Дранкеля и Шранкеля не забыли о своей великой миссии и готовы были до конца выполнить свой долг. В аналах истории этот секретный проект остался под названием «Железный капут». Шмулька, остановите танк, кретин, так точно, хер майор. Внимание! Шмулька, болван, осторожнее! Кретин, идиот! Одну минуту, хер майор. Минуту, хер-майор. Пожалуйста. Шмулька, поднимите меня. Шмулька, кретин, идиот, поднимите перископ. Кретин, внимание. Шмулька, кретин. 1 минуту. Кретин! Шмулька? Посмотрите, что там делают эти глупые зусулы. Так точно, хер-майор. Зусулы забрасывают наш танк стратегическими отходами. В том смысле, они бросаются гнилыми бананами и банановой кожурой. Что, Шмульке? Жалкие дегенераты! Что может сделать нашему стальному бастиону пригоршня банановой кожуры, если какой-нибудь глупый зусу только попытается? Что? Извините. О-о! Минуту. Болван! Кретины! Глупые зусулы! Хер-майор, остановите танк, так точно, хер-майор. Шмулька, я болван. Поцелуйте меня пониже спины, так точно, хер-майор. Болван, кретин. Шмулька, позовите сюда этих двух болванов быстрее. Так точно, хер-майор. Болваны, немедленно сюда. Болван. Так точно, хер-майор. Кретин. Так точно, хер-майор. Смирно! Болваны, кретины, идиоты, революционеры.
Мейхель. Так точно, хер майор. Вы говорите по-зусульски? Никак нет, хер майор. Плохо. Придется вам его выучить. Даю вводную на рассвете вступить в переговоры с зусулами. Хер майор, но до утра я не успею. Ничего, мы применим к вам новый секретный способ обучения по методу Хилон и Давыдов. Это метод обучения во сне. Но я не хочу спать, хер майор. Это не проблема. Мы вас усыпим. Становитесь, Дранкель. Отлично. Дранкель? Так точно, хер майор, к перископу. Быстрее. Смирно. Дранкель, начинайте. Внимание. Черт! Ну что ж, придется обучать Шмульке. Жрангель, Жрангель, возьмите его и прислоните к стене. Ага, хорошо. Вот это зусульский словарь. Болваны, читайте ему вслух, и чтобы к утру он разговаривал на зусульском без акцента. Так точно, Хермайо. Арбуз. Агундахая. Ананас. Агундахая. Абрикос. Что? Абрикос. Агундахая. Абориген. Агундахая. Греткин. Агундахая. Шмульке. Агундахая. Кухня Агундахая. Мурка Агундахая. Шмулька, куда вы смотрите, болван? Идите вперед! Стой, раз-два! Шмулька! Глупые зусулы, прекратите бессмысленное сопротивление и сдавайтесь. Мы предлагаем вам выгодные условия для перемирия. Горячий чай, теплую одежду и наше радушие. Хорошо. Агундахая всем. Что вы им сказали? Вы им сказали... Агундахая. Извините, хер майор, Шмулька, одну минуту.